Здравствуйте, товарищи. Самое время продолжить приключения нашего военного преступника по имени Джон Маллинс в игре «Солдат Фортуны». Занесло нас в Сибирь на этот раз. Напомним себе сюжет. Боеголовка номер 3 «Зародыш» хранится на секретном военном объекте уединения, расположенном на небольшом острове у северного побережья Сибири. Найдите «Зародыш», уничтожьте его. Вас высадят в ледниковом каньоне, окружающем военные объекты и укрепления. Чтобы попасть в бункер, пробирайтесь по трубам подачи топлива. Хорошо. Кто хуярит? А, вон кто. Что с танком делать? Я не понял. А, просто отмудохать его. Тут закрыто. Сука, бля. Пошел ты нахер. Да в смысле мимо? Thank you.
Но это новая какая-то пушка. Это бесшумная херня, да? Патронов на нее пока мало. Блять. Нахуя они автоматически все эти двери закрываются? Урони свой пистолет, блять. Какой долбоёб. Это переводил. По Google переводчику, что ли? У нас говорят, брось пистолет. Танцы с бубном. Возможно, даже без него. Здрасте. Что ж вам щита на кухне не варятся, блядь? Пёзды. Станция начнет работать через 45 секунд. Блядь, вроде бы он по-русски говорит, а вроде бы и нет. У меня патронов нет на магнум, да? Блять, не вижу нихуя. Меня почему-то все видят, как днем.
Хорошо. Снайперки попадают больно. Так, а мне, кстати, куда? Мне, кстати, сюда. Уже немного боли ощущается. На сложном меня бы убили уже. Типа все, мне сюда и надо было. Стой, грозный вход, блядь. Пиздец. У нас есть незнакомый человек. Никто не заходит в этот лифт. Так точно. Незнакомый человек, никто не заходит в этот лифт, блядь. Я в охуе просто. Незнакомый человек, блядь. Опять у меня не граната была активна. Я не знаю, ну ничего, ну пожалуйста же, ну я же прошу же вас. Пиздец. Нахуй вы двери закрываете, блядь? Кто просил это делать?
нет патронов. На эту херню патроны появились. Там что, вертолет, блядь? Взял, взорвался. Нехер ебловозить, потому что. Пизда тупая. Варила бы щи, была бы целей. Да, блядь. Охуенно. А чё я обратно припёрся? Это, наверное, так можно будет выйти после какой-нибудь херни, которую я тут устроил. Тебе больно, мать твою? И правильно. Кого-то минуснули, судя по ногам и прочим частям тела.
А на магнум патронов нет. Вообще здесь. Здравствуйте, как ваши дела? Что вы делаете сегодня вечером? Chopper crash must have knocked out the generators. Gotta get them back up. Опасно. Вон та дверь открылась. Да ебать твоя жирная. Так, а мне что делать? Проигнорить эту штуку? Блять, танки замурованные. Что за дичь? Так, а мне куда? Заебись. Это я круг сдал. Где-то дверь, которая должна была открыться. Вот здесь. Или нет?
Вот она. Он идет вниз. Мы вас поймали. Продолжаем упражнение. Урони свой пистолет. Урони свой пистолет, блин. Да. Пиздец. Просто пиздец. Блять, войди уже. На этому похуй вообще. У него перекур, блядь, не ебет. Сирена орет, всех убивают тут рядом. Стоит, смолит, блядь. Так, я отсюда пришел. А куда тогда пиздровать? Очень интересно, блядь. На лифте логично, никуда мы не поедем. А, кнопка. Ну да. У меня гранаты кончились. Гина, блядь. Это вам не Гена. Такое чувство, что надо написать произвольный набор русских букв. Гина, блядь. Этому вообще похуй. Верх похуизма. У меня перекур не ебет.
Это пуленепробиваемое стекло. Кнопка. Ну конечно, блять, в любой секретной лаборатории должна быть кнопка, при нажатии которой все взрывается, блять. И все дохнут. Постучи, блядь, постучи. Блядь, этот чувак реально подзаебал. Ну чем я тебе помогу? Так, и чем я себе помогу? Куда? Валить. Здрасте. Да что ж ты никак не сдохнешь, ёб твою мать. Как тут скрипты отрабатывают, а? Взрывается, блядь. Дайте на магнум патронов, суки. Но он неостановим. Кто-то догадался открыть дверь. Это, по-моему, 2000 год в игре идет. Смотри, как ЖК мониторов еще не было. Тут обычные. Да в смысле хуй? Наверное, рано я сюда залез.
Где тут скрипты мощно отрабатывали? Здесь. Ну вы посмотрите. Хотел пристрелить, он сам пизнулся. Это грубо и невоспитанно. О да. Вентиль вращается сам. Чудеса. Вот мои руки, смотрите, блядь. Член дрочится сам. А вот теперь тут проход открыт. Ебать, какие скрипты. Блять. Спасибо, чувак. Нахуй ты его пристрелил. Уронить свой пистолет. Это кто сказал? Не знаю, но став покойно, я прошу же. Мне сюда, мне сюда. Ах ты, пидор. Так, блядь, счетчик этот мне не нравится. А что я сделать могу? Так, а ты открываешься, блядь, или нет? Все, хорошо. Не попал. Я тоже. Все, вы, пидоры, кончились. Так, а с тобой что делать? Да, блядь, кто хуярит? Thank you.
Это хорошая идея стрелять по ядерной боеголовке или не очень? Какие, блядь, отражения модные и блики. Ехай вниз, заебал. Так, мне-то что делать? Кто такой? А, видать, я правильно все делаю. Раз тут скрипты начали отрабатывать. Миссия выполнена. Хоук обнаружил местонахождение последней боеголовки, кодовое наименование Lightfoot. Она находится в руках генерала Мохаммеда Аму, противник Саддама Хусейна. Аму, разочарованный поражением Ирака в Персидском заливе, установил связь с террористической группировкой, похитившей первые боеголовки. Найдите Lightfoot на территории военной базы Аму. На ней же размещена его личная армия. Мы опасаемся, что его основной мишенью окажется штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Но это же прекрасно. Это мы в следующую миссию уже собираемся. Что нам из оружия? Появился вот этот с глушителем. У него калибр 9 мм, да? А это 5,56. И у снайперки почему-то те же патроны, что вот этого СМГ. Это как так может быть? У снайперки по-любому должен быть более высокий калибр, чем у всатого кого-то пистолета-пулемета. Магнум 44 калибр. А вот у обычного пистолета калибр 9 мм, значит, обычный пистолет, у него те же патроны, что у вот этого с глушителем. Понятно. Так, берем магнум, дробовик и снайперку. Остальное найдем на месте. Броня, граната, аптечка не появилась, значит, берем слепу. Все, с таким набором пойдем в следующую миссию. На сегодня все. Спасибо за просмотр.